Только очередная распаковка. 10 маленьких посылочек. Все, приступаем к распаковке. Давай, первое. Начинаем, как обычно, с маленьких. В принципе, тут и выбирать нечего. Все какие-то очень маленькие. Доставай. Сейчас глянем. Ну, в основном у нас вот для мультиков, так называемых. О, цыплята! Это... О, смотрите. Это курочки. Курочки такие. Гнездо цыплят. Нет, это не цыплята. Это птички. Птички. Следующая. Птички. Давай, следующая ссылка. Я полагаю, очередной резун. Ниже. Ниже. Вот. Давай, открывай очередного резуна. Ну давай, доставай. Вот какой резон у нас. Какой? Вот такой вот он. Необыкновенный. Так, сейчас я его пробую открыть. А, резон, который пахнет жвачкой. Или это не резон? Ой. Какой-то странный. Подожди, подожди. Вот это настоящий лизун, нет такой. Ой. Да. Какой-то странный. Можно? Такой вот интересный лизун. Можно лизун? Можно? Опа. Вот это реально булькающий красивый лизун. Так, лизун был очень занятный. Всех тут напугали. Все посмеялись. Следующее. Что у нас? Ой. Какая красивая девочка. Это девочка или обезьянка? Такая вот красивая у нас миниатюрная девочка. Мультика пойдет, школьница такая. Давай следующая. Кто там? Ниже. Разрезаем, разрезаем, разрезаем. Так уже ладно, все так. Опа. Тут что-то такое интересное. Это. Где динамит? О! Какая динамит! Подожди, ну что? Это ручки такие. Кстати, там будут еще, я заказывал ручек разных интересных. Разноцветных. Это в форме морковки. На, похоже, одну. Так. Вот такие ручки в форме морковки. О, кстати, или это карандаш? Бумажку сейчас найдем. Кстати, они гелевые, пишут довольно хорошо. Вообще четкие ручки. Так, подожди. Сейчас посмотрим. Как она разбирается? Она не разбирается? Ну, в принципе. Нет, вот здесь надо. Так, здесь. О, здесь какая-то. Так. Ладно, отойди. Еще какая-то интересная посылка. Ну все, можешь рвать уже, правда. Что там у нас? Ой! Опять эти. Овечки. Ладно, откладываем овечек сюда. Там были овечки. Такие, я их уже показывал на распаковок. Не знаю, зачем так много их прислали. Может, забавы. Так. И опять божьи коровки. И ладно. Ну, они там стоили там 20 копеек, 20 рублей. Второй. Давай следующую. Повторяются у нас этот раз распаковки. Куда их столько? В принципе, их можно наклеить везде. Красиво будет. Так, ну, быстренько продолжаем упаковку. Так, у нас... Ну, давай сюда. Дерево. Вот такое дерево. Там еще что-то должно быть. Потому что это каша. Пахнет оно пластиком. Там нет ничего. Ну, это для Лего, видимо, сейчас. Для Лего? Дайте какой-нибудь. Сюда вот, например, оно встанет. Вот, допустим, раз. Ну, для декорации мультиков. Во, красиво. Четко, быстрая распаковка у нас. Давай быстрее режь. Так, все, доставай. Не обязательно до конца разрезать.
Что у нас? О! Что это? Это такая штучка. Какая-то иерихонская роза. Мы сейчас ее в воду опустим, и она через 2 дня должна расцвести. Кстати, ссылку на этот товар там в описании, покупал на Алиэкспрессе. Так, следующее. Болото какое-то. А, стоп, можно так вот. Нет, так будет медленно. Давай, папа. Все, давай, режь. Можешь порвать уже. Не обязательно до конца разрезать. Так. Не понял. Доставай. Там тоже какие-то ручки. Ну, ручки там. А что там? Давай. Там пистолет какой-то. Я думаю. Нет, у меня уже не пистолет. Итак, что это такое? Это некая щетка. А зачем нам эта щетка? О! Это не щетка, это... И это резать что-то. Ладно. Потом я найду, что это такое. Сейчас некогда в описании. Можно... Что-то резать. А! Это резать... Нет, это резать зелень. Кстати, да. Зелень? Раз... Ты пока эту посылку разрезаешь. Это зелень резать. Так вот ее ложишь. Ну, укроп, петрушка, вот так. Да, и трава еще. Да, все, давай. О, распаковал. Опять? Ты. Это клей. Клей не всегда нужен. Камеры. Можно я тебе? Да, эти камеры периодически протыкаются. Бэтмен. Наклонись, давай, разрезай тут. Бэтмен. Наклонись, я наклонись, наклонись, давай. О, боже. Я извиняюсь, что такая долгая распаковка из-за того, что режут долговато. Все, можешь рвать. Так. Ой, Бэмби. О, Бэмби! Классно, смотри, какой Бэмби. Угу, такой хорошенький. Тоже пойдет для мультиков. На, играй пока. Сейчас. Можно? Ну все, на этом распаковка закончилась. Всем удачи, подписывайтесь.